magazine every fortnight. The philosophy, the fights, the moves, the games, the masters of combat sport. This is the way of the Fight Club. Monday night on Eurosport. Take it back like before. I don't know there's a reason. I just call it believing in myself. Take it back. Take it back. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители бокса. Режиссер трансляции Наталья Цирлина, комментатор, судья международной категории Николай Пучков приветствует вас у своих экранов телеканала Евроспорт. И сегодня мы будем работать вместе с заслуженным мастером спорта, вице-президентом Федерации бокс России Виктором Рыбаковым. Здравствуйте, уважаемые любители спорта, любители бокса. Но у нас сейчас небольшой перерыв. Среди взрослых. И финальный день соревнований с праздником. Еще раз вас поздравляю, дорогие друзья, поскольку 9 участников нашей страны будут представлять финальную часть этой программы. И еще раз повторю, что помогать сегодня в работе мне будет вице-президент Федерации бокса России, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, призер, бронзовый призер двух Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Виктор Рыбаков. Итак, Виктор Рыбаков, начинаем нашу работу. Вперед! Ну, было сказано по поводу праздничного настроения. 9 человек в финале, 9 боксеров в финале. Но я хочу сказать, что это нисколько не праздник, это будни, это обыденность. Потому что на прошлом чемпионате Европы у нас было 9 чемпионов. Ну, я знаю, вы максималист. Вот, по жизни, в спорте так и должно, наверное, быть. Вот, но все равно я хочу сказать, что вот финал есть финал. И у всех праздничное настроение. И независимо от того, вот мы видим на экранах Никанорова Бориса, который в составе делегации поддержки. Борис Лагутин рядом сидит, вот если я не ошибаюсь. Очень много наших, да? Да, известных, Борис Николаевич Лагутин. Известных деятелей и заслуженных мастеров спорта наблюдают за этими поединками. Но финал чемпионата Европы, это всегда интересно. Сильнейшие боксеры Европы встречаются в весовых категориях и определяют, кто из них сильнее. Но я еще раз напомню, что призеры чемпионата Европы напрямую попадают на Олимпийские игры. Это как бы отбор к Олимпиаде. И 9 наших боксеров уже являются участниками Олимпиады. Вот это успех. А кроме российских боксеров, 9 человек в финале, мы знаем, что 3 боксера из Франции, 2 боксера из Германии, ну и по одному там Украина, Хорватия, Турция. Да, мы будем об этом говорить вам. Итальянцы также представляют финальную часть. Очень сильно подготовлена, по-моему, команда Франции. Как вот, что вы скажете по этому поводу? Потому что уровень бокса, который демонстрируют эти спортсмены, просто великолепен. Ну и вот нам показывают сейчас первую пару боксеров на легчайшем весе, вес до 48 килограммов. И должны здесь встречаться Альфонсо Пинто, спортсмен из Италии, и его соперник, спортсмен из нашей страны, Сергей Казаков. А что касается французов, ну, они традиционно сильные боксеры, еще, наверное, со времен мушкетеров. Они любят бокс. Во Франции бокс – это любимый вид спорта. И да, действительно хорошая команда. Я думаю, они будут одними из конкурентов на Олимпиаде. И вот качество бокса еще я бы хотел, которое они демонстрируют, сейчас вызывает безусловный интерес к боям, которые проводят эти спортсмены. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вас приветствуем на ваших экранах. И вы вниманием смотрите 35-й чемпионат Европы. Это Пула, Хорватия, финалы. И комментируют поединки судья международной категории Николай Пучков, режиссер программы Наталья Цирлина. И сегодня помогает мне в работе заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, призер двух Олимпийских игр, бронзовый призер
заслуженный мастер спорта, вице-президент Федерации бокса России Виктор Рыбаков. Надо сказать, что в Хорватии чемпионат Европы проводится впервые. И один боксер весовой категории 81 килограмм, Марио Сиволица будет боксировать с боксером из России, с Евгением Макаренко. Ну, я думаю, что это интересный бой будет, судя по тому, как уверенно и грамотно проводил поединки Макаренко Женя. Мы всегда с удовольствием наблюдаем за действиями этого спортсмена на ринге, поскольку супер просто боксер. Но какая поддержка, сколько зрителей на финальных поединках, обратите внимание, какая поддержка будет у боксера из Хорватии. Согласен, Виктор, тут будет нечто твориться, я согласен с вами. Так что это интрига уже предстоящего боя. Но давайте все внимание сейчас на ринг, поскольку у нас выходит первая пара весовой категории до 48 килограммов. И встречаются здесь Альфонсо Пинто, 25 лет этому спортсмену, он из Италии. Тренирует его тренер Мела. Он провел всего около 50 поединков в любительском боксе. И вот так у него где-то 35-15. 35 побед, 15 поражений, 48 килограммов. Ну и нет у него особых титулов здесь. А встречается, вот вы видите, Сергея Казакова на ваших экранах. Он 27 лет этому спортсмену. Тренируется он под руководством Альфреда Гришина. Живет в Димитровграде. Ну и главное его достижение, 2002 год, чемпионат Европы в Перми, золотая медаль. И в Бангкоке на чемпионате мира в Таиланде он также занял первое место. Сильнейший боксер в мире, да. И сейчас мы с интересом будем наблюдать этот поединок, потому что мы в свое время отмечали, как искусно действует. Но я хотел бы сказать сразу, сильные стороны Сергея Казакова, он левша, а левша на ринге это всегда неудобно, очень хорошо двигается на ногах, замечательная передняя правая рука и старается работать на дистанции, не подпускать соперника ближе и бьет далеко очень. И прекрасно, что дистанции. Это основное, это передвижение на ногах, я еще раз повторяю, хорошая правая рука. Встречу. Самое главное вовремя. Итак, первый раунд, вы знаете. Таковы правила. И мы с нетерпением. Вот зал полон, по-моему, негде. Да, зал заполнен до отказа, нет свободных мест. Но все внимание на первый раунд. А надо сказать, что Пинто Италия тоже боксирует в правосторонней стойке, тоже левша. И левша с левшой это очень неудобно. Редкий случай, да. Сильнейший удар левый, после этого подложение справа. Вот это вот то, что надо делать. Вот сейчас как приблизительно мы посмотрели на этот момент, где Казаков хорошо ударил справа. Ну, такое чувствуется внутреннее напряжение. Нужно будет немножко, ну, слово такое, раскочегариться. Пока что я не вижу со стороны итальянского боксера никаких активных действий.
он ростом пониже, и я думаю, что он будет стараться подходить ближе к Казакову и средней дистанции, стараться атаковать со средней дистанции. Но пока это не получается, поскольку Сережа очень четко держит его на своей передней руке, правой. Да. Ну, я думаю, что зрителям достаточно легко различать спортсменов, поскольку вот в синем углу, в синей форме Сергей Казаков, и первый в красном углу, ну, в самом начале его представляли, это Альфонсо Пинто. Ну и вот по преимуществу все-таки вот на стороне Сережи еще и в росте, может быть. Играет рост какой-то? Ну, безусловно, какой-то... и отсюда и манера ведения поединка, потому что итальянцу у него... Ну, будем говорить, руки немножко покороче, да, и удары он наносит не так далеко. Ему нужно подходить ближе к Казакову для того, чтобы достать. Достать его правильно. Казакова гораздо проще, он на дистанции чувствует своего соперника, и передняя рука бросается правой гораздо дальше, чем у итальянского боксера. И, естественно, здесь борьба характеров, борьба тактик. Ну вот мы увидели сейчас двух тренеров, двух секундантов в углу, Сережа Рыбакова, это его тренер. Альфред Гришин, заслуженный тренер Советского Союза, воспитал очень много хороших боксеров, и вот уже на протяжении многих лет, Сергей Казаков представляет сборную команду нашей страны на самых ответственных соревнованиях в этой весовой категории. Ну и второй тренер из Волгограда. Здесь Черноиванов. Вот в этом раунде для Казакова не было никаких загадок. То есть Альфонсо Пинто ничего не сделал для того, чтобы немножко переломить ход поединка в свою пользу. Он уверенно проигрывает, мы это видим по счету. Вот, но может быть со второго раунда он побежит на Казакова. И тут надо быть очень внимательным, очень осторожным. Ну вот побежать на Казакова довольно сложно, поскольку он так вот, видите, прекрасно чувствует дистанцию, и небольшой шаг назад, и уже проваливается этот Пинто, да и потом опыт это... Вот замечательно, да. Замечательно передняя рука. Вот я о чем я говорил, она чем хороша, она не дает дышать сопернику, она не дает сосредоточиться сопернику, и самое главное, он этим самым набирает очки, любое попадание это очко. И тем самым она разрушает атаки предстоящие, да, которые пытается проводить соперник. И, безусловно, 90% должна работать, да, рука. А вот это вот, такая атака со стороны Казакова, она была, мне кажется, необдуманной. То есть нет смысла, ты выигрываешь, и поэтому веди поединок в таком же ключе, в таком же стиле. Вот, а он попытался, наверное, еще больше нанести ударов, но уже не со своей дистанции. И в итоге просто обмен ударами, он Казакову не нужен, как мне думается. То есть не нужно идти вперед, искать там бои, поскольку ты на дистанции пока прекрасно разбираешься со своим соперником, да? Да. Уж если когда ты начинаешь проигрывать, тогда да. Если вообще сам риск, он должен был оправдан. То есть если ты проигрываешь, тогда рискуешь. А если ты выигрываешь поединок и достаточно уверенно выигрываешь, то я думаю, рисковать не имеет смысла. Передняя рука, Сережа, передняя рука и все. И навстречу слева сильнейшей рукой. Ну вот подходит уже к концу второй раунд, и я думаю, что тут сомнений-то у нас никаких нет по результатам этого раунда. Вы видите, двойка какая. Вот классика отработана, она и есть. Вот комбинация, отработанная из двух ударов, она всегда срабатывает. Но если бы еще у Казакова, у Сережи, он ударил двойку право-лево, если бы он еще закончил правой рукой, тогда бы цены ему не было. Но это уже на Олимпиаде. Я согласен, да. И тут тренерам в этом направлении нужно очень здорово работать. Обязательно атаки все должны заканчиваться, да, ударом. Или уходить из атаки, удар оставлять своему сопернику, или заканчивать удар. В этом плане у вас, так сказать, больше опыта, Виктор, и я вот с радостью всегда обращаюсь к вам. Дело в том, что Казаков это умеет делать. Он может выходить из боя с ударом передней руки. Он может, вот как это он сейчас продемонстрировал. Он может это делать. Но, видимо, еще не время, потому что впереди Олимпиада. И я уже говорил, что для Хромова, Николая Хромова, главного тренера сборной России по боксу, главное это чемпионат Европы, это как этап подготовки к Олимпийским играм. Это мы уже, да, повторяем несколько раз, и я думаю, что вот на ваших экранах тренер как раз из Димитровграда, заслуженный тренер Советского Союза и России Альфред Гришин.
Итак, третий раунд. Третий раунд. Но если про Сережу Казакова я вам уже говорил, то вот про Пинто это большой сюрприз. В течение 5 лет вот не было от итальянцев представителей в этой весовой категории на главных соревнованиях, которые проходят в Европе. И вот Пинто как раз является одним из надежд, таких молодых надежд. Ну, про молодых, может быть, уже тут трудно сказать, им 25 лет, но, во всяком случае, молодая надежда команды. И вот хороший сюрприз того, что он вышел в финал, и это надежда для их тренеров. Знаете, я вначале сказал, что Пинто не делает ничего для того, чтобы постараться переломить ход поединка. Да. Но можно делать что-то, можно вырывать, если за плечами есть мастерство, есть физическая подготовка, есть просто какая-то талантливость. В данной ситуации я вижу, что Пинто, и он нечем, ему нечем боксировать, в том плане, что у него по мастерству он на голову ниже Казакова. Говорю абсолютно объективно. И у него нет багажа, ему нечем вырывать победу. И поэтому он так добросовестно работает, боксирует, проигрывает, но ничего не может делать. То есть мы уже сейчас, вот в третьем раунде, можем заведомо сказать. Вот. Ну, заведомо сказать мы ничего не можем, потому что бокс это такая вещь, где всякое может быть, ну как, впрочем, и в любом виде спорта, но в боксе особенно, потому что один удар может решить исход любого поединка. Этого бы не хотелось, потому что Сергей четко, уверенно выигрывает. Спокойно, без напряжения, не прикладывал максимум усилий. Ну, я думаю, что все зрители, которые наблюдают с удовольствием этот поединок, сейчас это видят прекрасно. А вот сейчас был момент, видно, что Сережа немножко подустал, он просто без подготовки бьет одиночный удар левой руки, своей сильнейшей левой руки. И вот сейчас справа заканчивает, вот то, что нужно делать. Когда он не заканчивает справа, то, естественно, он остается и уязвим для атаки, для контратаки. Остается на той дистанции, да, с которой итальянец может провести ответную атаку. Безусловно, и мы об этом часто вот говорим, что после каждой атаки либо нужно ее заканчивать, эту атаку, либо уходить с ударом из этой атаки, после атаки. Но вы знаете, да. Если боксер вот наносит удар, и соперник не упал, то жди ответа. Это закон. Значит, ты после своей атаки должен или поднять руки, или уйти с уклоном, с нырком, я не знаю, все что угодно, шагом назад или шагом в сторону. Но ни в коем случае не оставаться перед соперником. Понятно, понятно, вот, да. Вот в третьем раунде у Сергея Казакова есть такая ошибка. Он наносит одиночный удар, сильный одиночный удар, и остается перед соперником. То есть надо заканчивать правой рукой, передней. Ну вот я хочу сказать... Извиняюсь, вот как сейчас, вот был момент, вот он ударил левой сильнейшей, закончил справа. Да, это видно, вот в повторе прекрасно все. Я хочу сказать, что Альфонсо Пинто в полуфинале встречался со спортсменом из Болгарии, который завоевал бронзовый таким образом медаль, Салим Салимов. А Сережа Казаков выиграл у спортсмена из Венгрии Пала Бедака. Таким образом, Пал Бедак стал бронзовым призером чемпионата Европы. Вы знаете, что 2 бронзовые медали разыгрываются. А последний раунд, 4-й. Самое главное, не расслабляться. То есть все время быть в напряжении и держать соперника в напряжении, не меняя ничего в своей тактике. Ну вот видите, сейчас итальянец, по-моему, пошел так вперед, как-то более агрессивно начал 4-й раунд. Но я уже говорил, для того, чтобы идти вперед и переломить ход поединка, нужна база. А этой базы, естественно, не хватает. Не хватает. База мастерства, база физической подготовки. Я не знаю, какая-то волевая база. Вот этого, я думаю, что у итальянского боксера немножко не хватает. Но характер есть. Надо отметить должное. Есть характер. Несмотря на то, что проигрывает, вот на дистанции, видите, какие получает точные характер, джебы, да. Характер есть, это как Высоцкий поет, пел свои песни. Воля волею, если сил не в проворот, да? Вот если силы есть, то ты проявляешь волю, а если... Ну, старается, конечно, молодец. А Пинто, Альфонсо Пинто старается что-то сделать. Но я еще раз говорю, что мастерство, оно сказывается. Класс,
он сказывается. А что такое класс? Это прежде всего стабильность. И на протяжении многих лет Казаков стабильно выигрывает чемпионат России, стабильно становится чемпионом Европы, стал чемпионом мира. И я думаю, что вот перед Олимпиадой... Ну... Я уже сказал об этом, что он на протяжении многих лет вот, представляет нашу страну на всех крупных соревнованиях и достаточно успешно. Ну что ж, можно только порадоваться. Если вспомнить Советский Союз, вспомнить этот 48 вес, был у нас всегда представлен достойно. Там Иншан Мунчан у нас был спортсмен из Армении, из Казахстана. Сейчас я помню. Ну, это не важно. Много было боксеров 48 килограмм. Был еще Саша Ткаченко и многие-многие. Да, это... Каринджан Абдрахманов, если я не ошибаюсь. Ну что, поздравим, да, Сергея, поздравим с Сергея с победой. Замечательно просто. Mm-hmm. Ну что ж, вот и радуются итальянцы, по-моему, даже победе нашего спортсмена. Хотя я могу, так сказать, по этому поводу преувеличивать, но во всяком случае поздравляю. Я думаю, они радуются второму месту своего боксера. Да. Итальянского. Потому что это большой успех для, большой успех. Ну вот. Что ж. Ну, мы и ожидали от Казакова вот такого уверенного поединка, такой уверенной победы. Я думаю, что на Олимпиаде он будет еще лучше. Это уже дело Николая Хромова, подготовит, подведет команду. И дай бог, вот на Олимпиаде. На Олимпиаде будем надеяться, да. Вот на Олимпиаде, чтобы также подняли руку Казакова. Итак, звание чемпиона Европы и первую золотую медаль для нашей сборной команды завоевал Сергей Казаков, спортсмен из Димитровграда. Мы поздравляем его и всех зрителей, которые поддерживали этого спортсмена. Ну а сейчас, прежде чем мы увидим следующий бой, мы отдыхаем, дорогие друзья. Дорогие друзья, сейчас мы будем с вами свидетелями очень интересного поединка, где встречаются спортсмены весовой категории до 51 килограмма. И вот вы видите Николос Изория, спортсмен из Грузии, очень талантливый спортсмен, очень техничный бокс всегда показывает. И его соперник, не менее, если не более талантливый, Георгий Балакшин, представитель России. И достаточно титулованная уже. Но действительно, Гоша Балакшин очень способный боксер, очень способный. У него замечательные данные, скорость, передвижение, сила ударов, несмотря на небольшой вес, 51 килограмм. Но меня очень сильно волнует нестабильность Балакшина. Он может выступить просто великолепно, вот как вот в городе Перми на чемпионате Европы он просто разорвал всех своих соперников. И также неудачно, вдруг неожиданно на чемпионате мира проиграл. Проиграл кому? Болгарину, у которого он выиграл раза два или три. Понятно. Ну и такая краткая справка. Николасу Изория 18 лет, Балакшину 23 года. Значит, Грузия и Россия. И тренируется под руководством Тимура Курчелава Николас Изория. И под руководством Василия Вольфа и Артура Пахомова тренируется Георгий Балакшин. И быстро я вас... Лучшие результаты у Георгия Балакшина скажу. Это 2001 год, чемпионат мира в Белфасте, Ирландии, третье место. 2002 год в Перми, в России, первое место на чемпионате Европы. И он был участником чемпионата мира в Бангкоке. Итак, все внимание. Вот вы видели тренеров Грузии, представителей. Сейчас начнется этот очень интересный поединок. Но в финале иначе не бывает. Они все интересные, они все интересные поединки. Да. Значит, Григорий Балакшин, опять же, левша. Боксирует правосторонние стойки. Много у нас левшей в сборной команде. Но левша, как говорят, талантливые люди. Ну да, да, левша талантливый человек, да. Давайте посмотрим сейчас с интересом этот поединок. А, небольшая пауза, надо посмотреть приблизительный тактический рисунок каждого боксера. Ну, скажу для зрителей так, чтобы было понятно в красном углу. Николас Изория, спортсмен из Грузии. В красной форме. Не в красной форме, да. И в синем. Здесь цвет угла соответствует, так сказать, углу. Цвет формы, который одет спортсмен, соответствует цвету угла. И Георгий Балакшин в синем углу, вот, видите, на спине записано. И уже
начинает, мне кажется, вот поддавливать он его молодого оппонента. И вот судьи уже обратили внимание на это. Ну что ж, это очень меня это радует. Ну, сейчас такое внутреннее напряжение, потому что они оба боксируют, я понимаю, на дистанции. И здесь кто быстрее пройдет вот эту вот общую дистанцию, подберется на свою и начнет наносить удары. То есть у кого хватит, кто кого перечувствует, мы об этом говорим, да? Кто кого перечувствует, кто побыстрее начнет разбираться в этом поединке. И на мой взгляд, ну Балакшин поопытнее и немножко побыстрее в нанесениях ударов. То есть он немножко побыстрее наносит удары. И не одиночный, а 2-3. И вот, мне кажется, видите, как вот сейчас очень неплохо. 2-3 удара. Да, и двойка с дистанции хорошая была. И мне кажется, он настроился на очень хорошую игру сейчас, да? Я еще говорил, что Балакшин, несмотря на свой вес 51 килограмм, он очень жестко бьет. И это не всегда приятно для соперника. Ну, вот, безусловно, так это вот одно из качеств, которым должен обладать просто боксер в любой весовой категории. Гоша очень такой сбалансированный боксер, все у него на месте, все он умеет делать, и двигается хорошо, и удары наносит практически без слабых сторон. А вот сейчас вот на контратаке пропустил, вот чего боксеру с его опытом делать нельзя. Ну, бокс — это очень сложный вид спорта, и понятно, что наши желания, так сказать, совпадают с желаниями и тренеров, которые секундируют Георгия Балакшина, и нас с вами, и всех болельщиков, но не пропускать боксы тоже. Но меня достаточно сложно, да. По первому раунду меня очень удивил Николас Изория. Удивил. Чувствуется, что это мастер. Ну вот видите, вот сюрприз какой, 18 лет, да. И, конечно, может быть, нервное напряжение, которое выпало сейчас на этого молодого человека, еще, может быть, не позволяют ему до конца раскрыться. Сразу, это был только первый раунд, я думаю, что еще все впереди. Сейчас тренеры и секунданты внесут какие-то коррективы, может быть, мы увидим. Но здесь ничего не было, просто падение, неудобное положение. Зоря встал, и был толчок со стороны Балакшина, он упал, то есть как бы не было удара, ничего. Опять же, есть внутреннее напряжение, да? Кто первый сорвется, кто... Вот как бы до первой ошибки? Вот кто ошибется? Вот есть такое ощущение, кто первый ошибется. Ну, тут все-таки не тяжелая же весовая категория, не супер тяжелая весовая категория. Но, и удары столько, безусловно, не весят. И здесь их ведь нужно набирать просто очки, стараться, так сказать, не просто двигаться друг перед другом, наносить удары в область туловища, головы и стараться уходить. Ошибка — это минус тебе очков, плюс сопернику очков. Я это имел в виду. Ошибка. Понятно. Вот Гоша немножко бросается вперед. У меня такое ощущение, что он бросается как-то без подготовки. То есть он туловищем летит вперед, а вперед нужно бросать руки. Вот руки. И вы знаете, это чисто вот уже боксерское, такое ощущение у меня создается, что у Гоши Балакшина ноги немножко сзади. То есть ноги, когда боксер боксирует, он должен под собой всегда чувствовать ноги. Ими подходить, ими уходить, ими бить. А Гоша ноги остаются сзади, а туловище летит вперед. И поэтому он иногда проскакивает. То есть ближе к сопернику подходит, чем это следовало. Вот. Ну вот, Виктор, мы постоянно с вами обращаем внимание на эти недостатки вот при работе ног. Безусловно, видимо, тренерам следует учитывать, да, это в своей работе. Безусловно, это сложный момент в технической, тактической подготовке, но он обязательно должен присутствовать. Ну, безусловно, конечно. Но я думаю, что Хромову-то Николаю, главному тренеру сборной, все это достаточно ясно, лучше нас, он лучше нас-то понимает, конечно, он объясняет. Конечно. Безусловно, вот дистанция слишком большая. Да. Вот так вот, да, нашел и убежал. Нанес удар и убежал. Задача Балакшина, как перед ним поставили, я вижу, это резкая, быстрая атака. Резкая, быстрая атака. То есть вот он дергает соперника на дистанцию, вызывает на себя, потом резко наносит 2-3 удара и попадает. Ну, завершился очередной раунд.
Ну, действительно хорош Изурия, правда хорош и молодой. Но это надежда, надежда Грузии. И вот очень я рад. Я хочу сказать, что в этом бесе в полуфинале Николас Изурия встречался со спортсменом из Польши Андржеем Ржани. И выиграл у него, достаточно уверенно выиграл. 27-15, если мне не изменяет память. Таким образом, Андржей Ржани завоевал бронзовую медаль. Так вот, я продолжу свою мысль. Хороший Зория для своих 18 лет, это уже большой мастер. Вот видите сейчас, как Балакшин, вот мы недавно с вами говорили о том, что он летит с ударами, ноги остаются сзади. И вот он полетел вперед, и Изурия хорошо сделал шаг в сторону, и Балакшин пролетел. Вот, это все потому, что не чувствует под собой ноги. Да, это важный момент, безусловно, и на этом я постоянно останавливаюсь, не только вот комментируя и чемпионат Европы, и часто, так сказать, этим грешат и боксеры в профессиональном боксе. Ноги – это все, безусловно. Умение грамотно передвигаться, умение обманывать своего соперника и наказывать его. Хорошая, потом. Быстрая атака, сдвоенная атака. Хорошая атака, мне понравилось. Вот, и быстро прошел дистанцию, нанес удары. Опять неудобное положение, попали боксеры, упали, ничего в этом страшного. Но мне кажется, вот сейчас оба они как-то поймали, будем так говорить, свой кайф в этом поединке и расслабились, да, в третьем раунде. Ведь и начал играть Изурия, как бы, имитировать там. Но в боксе не расслабляются. В боксе не расслабляются. Нужно раскрепоститься. Ну или раскрепостился, я не так выразился, да. На дистанции можно позволить себе это делать. Вот смотрите, обманное движение у Балакшина. Вот сейчас несколько ударов обманных движений. Он не бил, он просто показывал. Потом резкая атака. Но это чисто боксерский прием. И атака дошла до цели. Ну и хорош соперник у него. Нужно отдать должное. Ну, ничего. Великолепный бой получается просто. Ничего не обменялись на средней дистанции ударами. Да. И я скажу, что никто никому не уступил. Никто никому не уступил, безусловно. Но Изурии делать нечего, ему нужно, он понимает, что он проигрывает, ему нужно будет как-то идти вперед и постараться вырывать какие-то очки, наносить удары. Это все понятно. Это уже сам ход поединка подсказывает. Значит, вот навстречу стал пропускать Григорий Балакшин. Опять же, бросается без подготовки. Немножко подустал и снизилось внимание. Ну и вот я говорю, что я не ошибся. Увидев, что поймал какой-то свой кураж на какое-то время Изурии, вот видите, он даже начал атаковать более агрессивно в этом раунде. Это третий раунд, мы сейчас с вами наблюдаем. Да. Завершился, по-моему, этот раунд. Ну что ж. Очень интересный, Виктор, поединок. Я в частности критикую Балакшина, иногда, да, в каких-то его действиях, в его ударах, только лишь потому, что знаю, что этот боксер может боксировать в два раза лучше, в несколько раз лучше. Я просто знаю его потенциал. Ну вот вы комментировали эти поединки и в Перми, я знаю, и я тоже в этом принимал участие. Хорош там был Балакшин, ничего не скажешь. Он был хорош. И он, как мне кажется, боксировал намного лучше. То есть это говорит о том, что у него еще есть запас. Запас, опять же, с прицелом на Олимпийские игры. Вот средняя дистанция, кстати, очень неплохо сейчас Григорий разобрался. То есть он пропустил, но сквозь этот удар нанес 3-4 удара. То есть такая мощная серийная контратака. Довольно уверенно, конечно, Балакшин сейчас идет. Вот начиная с 2001 года с чемпионата мира в Белфасте, я говорил, третье место, чемпионат Перми 2002 года в России. Прошу прощения, чемпионат Европы в Перми первое место. И в Бангкоке чемпионат мира он участник. К сожалению, там не удалось. Вот когда Григорий Балакшин по ходу этого поединка, когда он начинает двигаться не назад, а по сторонам, у него получается гораздо лучше. Видите, как в сторону? Да, да. Как он двигается по сторонам, он пятится назад, то Изурия достает его ударами, старается достать. А когда он уходит в сторону, влево или вправо, то боксер из Грузии просто не знает, что делать.
Виктор, постоянно я об этом тоже говорю. Постоянно на всех поединках профессионалов стоит только спортсменам делать сайдстепы, вот эти движения с ударами влево и вправо. Так все практически картина меняется сразу на ринге. И в пользу. Вот хорошо боксера, двигается на ногах. Вот сейчас вот показал, не ударил. Просто обманное движение. После этого повторная атака нанес удар и заработал очко. Кстати, хочу сказать, что у Изори очень хорошая физическая подготовка и неплохо дышит. То есть в таком высоком темпе проходит этот поединок. И для 18 лет это достаточно серьезный уровень, и он выдерживает его. И не смущается, несмотря ни на опыт, несмотря на то, что в лице Георгия Балакшина он имеет сильнейшего сейчас в мире, будем говорить. Одного из сильнейших. Одного из сильнейших, да. Вот в сторону, и вот, ну, отлично, и отлично, такое обманное движение, шаг в сторону, удар слева. Вот когда, вот обратите внимание, когда Балакшин начинает обманывать соперника, начинает двигаться по сторонам, все то получается, да. То Изория теряется, он не знает, что делать, он не знает, где ловить Балакшина. И после этого неожиданная атака, и всегда проходит. Ну тут в запале спортсмены обменялись ударами после команды рестлера, но все равно бой проходит достаточно корректно, технично, самое главное. И вот в лице. Вот видите, как в сторону уходит. Быстрая атака. Ну это стиль Балакшина, то есть не надо его менять. Это стиль Балакшина, у него хорошо это получается. В лице Николаса Изория Балакшин имел достаточно, будем говорить, хорошего, да? Соперника в финале. Ну, интересный поединок. Интересный поединок, да. Я знаю точно, что у Балакшина есть еще... он может еще расти. Он может расти, у него есть потенциал. И это меня это радует. Потому что впереди Олимпийские игры, я неустанно об этом напоминаю. Ну, спортсмены приветствуют сейчас друг друга. Очень интересный, напряженный бой провели. И мы снова поздравляем вас, дорогие друзья. Победу в этом поединке одержал представитель России Георгий Балакшин. Напомню, весовая категория до 51 килограмма. И флаг России на плечах. А мы с вами отдыхаем, да, перед следующим поединком. Вот, дорогие друзья. И сейчас мы с вами видим церемонию награждения спортсменов весовой категории до 48 килограммов. Альфонсо Пинто будет награжден, и наш чемпион Сергей Казаков, чемпион Европы. Я бы не так поставил вопрос, вернее, или не так бы сказал, что награждается Сергей Казаков. Ну и там все остальные, и итальянский боксер Пинто, и те, кто стал призером чемпионата Европы. Может быть, можно и в этой. Да, все прекрасно. Сережа Казаков у нас наверху. Замечательная улыбка. Мы от души поздравляем. Эмиль Жечев одевает золотую медаль Сергею Казакову. Очень приятно, да, когда наш боксер приятно, находится, да, на пьедестале почета. Поздравления. Награждает... Мэра, может быть, Хорватии, этой Пула. Награждается золотой медалью. А, кстати, вы знаете, что на чемпионате Европы награждается лучший боксер Европы. В прошлом году в Перми им был признан Евгений Макаренко. Да, и очень интересно посмотреть или послушать, кто на этом чемпионате станет лучшим. Ну вот серебряную медаль сейчас получил Альфонсо Пинто. И две бронзовые награды ее получает Салим Салимов, спортсмен из Болгарии, бронзовую медаль. Вот Эмиль Жечев, своего соотечественника, поздравляет с бронзовой медалью, с третьим местом. И также спортсмен из Венгрии. Балбедок, спортсмен из Венгрии. О, какой серьезный молодой человек. Вот эти все ребята будут принимать участие на Олимпийских играх.
будут боксировать там. И очень может быть, что опять будут встречаться между собой. Ну что ж, будем надеяться. Гимн России. Ну, достаточно. Молодец, Сергей. Странно, да, молодец, Сергей. Сергей, мы его поздравляем еще раз, да, вот в один голос. Очень успешно прошел чемпионат Европы, без всяких проблем, я имею в виду, без всяких осложнений, сложностей там, или очень тяжелых поединков, спокойно, уверенно в себе, самое главное. Видно, что большой мастер, но лучший боксер в мире. Я смотрю, сколько зрителей на трибунах. Вот будет крику, когда будет боксировать Мария Сиворец из Хорватии с нашим Сергеем Макаренко. Я представляю себе, что будет в этот момент твориться на трибунах. И как его будут поддерживать многочисленные болельщики, которые пришли. Ну, а мы ожидаем выхода на ринг Али Ала Франции. Может быть, сейчас еще награждение будет в весовой категории до 51 килограмма. Сейчас давайте посмотрим. А, вот так. Да. Ну, это дело организаторов, как они построили церемонию награждения. Донијевиће Синиша Јагодић, тајник председника Републике Хрватске за друштвени и гуманитарни. Емиль Жечев, президент ЕАБА, наш хороший друг, профессор. Часто бывает, очень часто бывает в Москве. Но я не думаю, что это награждение парой 51 килограмм. Я думаю, это какая-то торжественная часть награждения кого-то из ветеранов бокса, наверное, из, я не знаю, там организаторов. Может быть, и судей даже, да? Вот я смотрю, судья достаточно. Господин Франко Благонич отликует редом дамице Хрватске сликом Франје Бучана. За изниман допринос и постигнути резултати Франко Благович. Спорту, чиме као признати международный боксачки судац. Это старый рефери еще. Да, судя по всему, это один из старейших рефери. Я помню, как он еще был помоложе, все были помоложе, как он судил поединки, пользовался большим авторитетом в кругу вот судейской коллегии. И вот он награждает, наверное, каким-то знаком там. Но это я впервые вообще вижу это на официальных чемпионатах Европы, когда вот так судей также награждают определенными знаками. Это очень делает честь, конечно, безусловно. Организаторам этого. Да, и президенту, и организаторам соревнований. Просто великолепно. Это очень непростая работа, быть рефери и судьей. Иногда не спишь ночами. Ну, вы знаете, я бы вообще бы еще и говорил о том, что нельзя забывать наших ветеранов. Не только судейского корпуса, но и наших боксеров, и наш тренерский коллектив. Ведь сколько выдающихся людей. Давайте вспомним Борис Кузнецов, Вячеслав Ленишев,
значит, Виктор Савченко и многие, я буду могу перечитать до бесконечности, Степашкин, Григорьев, Лагутин. Надо их помнить, надо ценить. Я хочу сказать, что в Москве соревнования, когда организуют или чемпионаты, Москва всегда ветеранов приглашают на эти соревнования. Вот если бы так же... И Федерация бокса России, кстати, это идея Хусаинова, мы всегда на все крупные международные соревнования, на какие-то организационные мероприятия, на пресс-конференции, на праздничные какие-то... мероприятия мы приглашаем наших ветеранов, жен наших боксеров, супруга, сестра Гуренкова, супруга Гуренкова, очень многие. Фролова, да. Да, они попечат супруга. Всегда присутствуют. Да. Они с удовольствием приходят, и для них это праздник настоящий. То есть мы помним. Следующий поклон. Организатора. Ну, немножко церемония затянулась, но мы ждем с нетерпением выхода на ринг Али Алла, Франция. Очень интересный боец, очень интересный боксер. Ну и, конечно, Гену Ковалева. Ну... Весовая категория до 54 килограммов. Вы видите, дорогие друзья, красный угол Али Алла, спортсмен из Франции. И его соперник, наш Сергей, прошу прощения, наш Геннадий Ковалев. Финальный поединок. Так мы ожидаем спортсменов, которые сейчас... Мы уже говорили, кстати. Да. А да, они сейчас выйдут на ринг. Мы уже говорили о том, что французы очень интересная команда, очень интересные боксеры, своеобразные, быстрые такие, очень техничные. Вот. Но мне вот, импонирует манера ведения боя Геннадия Ковалева. Очень думающий боксер, очень быстрый, такой, вы знаете, просто реактивный. И иногда невозможно уследить за его ударами, за его передвижениями. Ну, сейчас посмотрим, как все сложится в этом поединке. Да, Геннадий Ковалев. Ну вот, дорогие друзья, мы, может быть, не успеем вам сейчас этот бой до конца показать или рассказать. Если вдруг по каким-либо причинам мы прервем наш репортаж, вы не удивляйтесь. Через определенное время мы сегодня обязательно продолжим наши с вами поединки. И вы, да, надолго не уходите от своих экранов. Не выключайте этот канал, не выключайте телевизор. Следующие бои будут не менее интересные. Я думаю, что через час мы с вами вернемся снова в Пулу, в Хорватии, и будем наблюдать с вами оставшиеся поединки. Так что мы с вами не прощаемся, дорогие друзья, и пока. А у нас еще впереди бой и Олега Саитова, и Гайдарбека Гайдарбекова, и Евгения Макаренко. И Саша Малетина. И Александра Алексеева. И конечно, Поветкина. И Саша Поветкина, конечно, наш супер тяжеловес, выдающегося боксера на сегодняшний день. Так что... In the martial arts, there are many forms of self. Reason, I just call it believing in myself. Телеканал Евроспорт продолжает свои передачи из Хорватии, из Пулы. Режиссер программы Наталья Цырвина, комментатор, судья международной категории Николай Пучков. И сегодня вместе в эфире со мной работает вице-президент
Федерации бокса России, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион Европы, обладатель двух бронзовых медалей на Олимпийских играх Виктор Рыбаков. И, дорогие друзья, мы продолжаем комментировать финальные поединки. Вы видели поединки с участием Сергея Казакова, Георгия Балакшина. Они выиграли свои бои, стали чемпионами Европы, уверенно, без всяких проблем. И сейчас мы ожидаем следующего поединка. И сейчас, наверное, болеют, переживают за наших ребят, которые будут выходить на ринг. Точно мы пока не знаем, какой пары. Сейчас, по-моему, награждение будет. Весовой категории 51 килограмм, может быть. Но сейчас мы разберемся с вами. Вот мы видим спортсменов, которые идут на награждение. Итак, дорогие друзья, мы уйдем сейчас из эфира, вот где мы предполагали показать вам награждение. Сейчас с вами увидим поединок очень интересный в весовой категории до 54 килограмма, где встречается наш замечательный спортсмен Геннадий Ковалев. Он в синем углу, вы видите. И у него очень интересный также соперник Али Алаб, спортсмен из Франции. 22 года Али Алабу и 20 лет Геннадию Ковалеву. Итак, приветствие перед боем обязательное. И мы начинаем комментировать этот интереснейший поединок. Я думаю, он доставит вам удовольствие. Мы уже говорили о том, что команда Франции привезла очень хороших боксеров. И они три человека в финале у французских спортсменов. Ну, будем болеть за Ковалева. Естественно, Геннадий Ковалев 20 лет. Обратите внимание, дорогие друзья, на его технику, тактику, на его уверенность. Ну, давайте посмотрим. А Ковалев, кстати, тоже боксирует в правосторонней стойке, тоже левша. Тоже левша, это уже третий боксер российской сборной, который боксирует в правосторонней стойке. Ковалев отличает хорошая техника, я бы сказал, классная техника. Чувство дистанции, я уже об этом говорил. Вы знаете, и несмотря на свою молодость, несмотря на не такой богатый опыт, он очень разнообразный боксер и тактически мыслит очень грамотно. И в плане вот нервной системы, очень устойчивая нервная система, довольно хладнокровен. Ну, в 20 лет она была бы еще неустойчива. Вот как хорошо уходит вправо с правой рукой. Обратите внимание, заканчивает все удары правой рукой и уходит в сторону от соперника, от француза. И вот правую ногу постоянно он подсовывает вперед, когда наносит удары правой рукой. Это тоже признак хорошей школы. Да, он все время уходит вправо от Али Алаба, все время вправо уходит. Вот сейчас немножко застоялся и, естественно, пропустил. Держит его напряжение Ковалев, французского боксера, держит напряжение, мы это видим. И как только Али Алаб попытается его атаковать, он вот тут же встретит правой сбоку. Вот как сейчас, уходит в сторону, вот то, что и надо. Не нужно оставаться перед французским бойцом, перед французским боксером. Нужно уходить в сторону, желательно бы вправо. Я уже говорил, что великое нервное напряжение на ринге. И боксеры должны прочувствовать друг друга, посмотреть, чем дышит соперник и что он пытается сделать. Но я думаю, что у Алаба, Али Алаба, нет другого шанса, как только пойти вперед и попытаться навязать Ковалеву встречный жесткий бой на средней дистанции. Вот завершился очень быстро первый раунд, и несколько слов об Али Алабе. Но я уже говорил, 22 года этому спортсмену, Франция. Тренируется он под руководством знаменитого Альдо Касимцина. И вот его какие лучшие результаты. Значит, он участвовал на чемпионате мира в Белфасте, но, к сожалению, проиграл там. На чемпионате Европы в Перми в 2002 году он занял третье место. И также он принимал участие на чемпионате мира в Бангкоке в прошлом году. Но не занял.
Я хочу сказать, что это очень интересный боксер. В полуфинале он выиграл у спортсмена Польши Андржея Лижика. И таким образом вот вышел в полуфинал. Это вот все об Алибиолаге. А что касается Геннадия Ковалева, я хотел бы сказать вот что. Он еще молодой человек, он очень техничный, очень быстрый, очень разнообразный. Но пройдет время, он возмужает, накачается, то есть у него станет больше мышечной массы, и он будет очень бьющим. На сегодняшний день он бьет за счет скорости. То есть нет такой, вы знаете, мощи мужской. Но это придет, и это будет только на пользу этому хорошему боксеру, классному боксеру. Но по-прежнему тактика не меняется, и очень хорошо, что вот нужно на дистанции, только нечего ввязаться, мне кажется. Но нам всегда легко комментировать, наблюдая поединок со стороны, соперники иногда не позволяют. И не надо забывать Ковалеву о передней правой руке. То есть когда он перестает бросать эту руку, то у него появляются проблемы, то есть Алиала проходит сквозь эту руку. То есть вот приближается ближе к сопернику, к Ковалеву. Вот все время, вот обратили внимание, все время передняя рука, постоянно держать его. И пробил по печени довольно четко сейчас. И заканчивает передней рукой. Вот, вот сейчас тоже было неплохо. Тоже было неплохо. Но в ответ... правой прямой. Правой прямой, прямой правой сбоку. И на отходе тоже получилось. Вот сейчас. Все-таки набирает, безусловно. Да, конечно, вперед-назад. Вот сейчас сбоку. То прямой, то сбоку так чередует. И бросает правую. И Алла после правой руки бросается на Ковалева, а он его встречает боковым. Да, нервы здесь, конечно, крепче у Ковалева, это безусловно, и мы это прекрасно видим. И уже вот как бы не подготовив достаточно атаки, вперед летит его соперник Алиала. Но Ковалев еще и технически подготовлен гораздо лучше. Я говорил, что очень чувствительный. И вот передняя рука мне очень нравится. Смотрите, сейчас и вот на классная отходе. Просто да, комбинация. Это... Ну, классика в боксе, да. И слева сильнейшей рукой он будет бьет очень разнообразно. Он бьет то прямой, то бьет снизу. Обратили внимание. И очень сложно угадать, а французскому боксеру откуда последует удар. Ну, теперь о Геннадии Ковалеве я быстренько вам расскажу. Дорогие друзья, 20 лет этому спортсмену. Тренируется он под руководством Халила Лукманова. И его результаты. Второе место он занял на чемпионате Европы в Перми 2002 года. И вот на чемпионате мира в Бангкоке, в Таиланде, он также был вторым. Вот. И я надеюсь, что, ну, давайте мы не будем забегать вперед, посмотрим, как будет складываться этот поединок для Ковалева, поскольку в лице Али Халаба, он имеет очень интересного соперника. Ну, достаточно грозного соперника, но вот к чести Ковалева хотелось бы сказать, он не повторяется. У него атаки или контратаки все разнообразные. И француз не знает, откуда последует удар. То ли сбоку справа, то ли снизу слева, то ли сбоку слева. То есть он постоянно чередует свои атакующие действия, свои удары. Я хочу сказать, что в полуфинале Геннадий Ковалев выиграл у Дателина Далаклиева, спортсмена из Болгарии. Очень сильный спортсмен. Вот сейчас Ковалев работает во встречу. То есть отступает. Все время, назад, да. Он контратакует. Он, Николай, он не назад отступает, он уходит в сторону. Вот обратите внимание, все время в сторону. За руку закручивает его. Да. И Алиала очень сложно попасть в него, потому что он уходит в правую сторону и попробует ударить вправо. Так в боксе невозможно ударить. Все время в сторону. Вот это замечательное качество. Это вот то, о чем мы и говорили в предыдущих, да, боях. Он уходит от правой сильной руки Алабы, да? Да, Ковалев почти в совершенстве владеет этим приемом. Только не оставаться, вот это вот не нужно. То есть у Ковалева хорошие ноги, нужно было просто уйти, шаг назад, шаг в сторону сделать, и все, и француз провалился. Вот обратите внимание. Встречает
сбоку справа. Вот сейчас немножко пропустил, да. Он просто попятился по прямой назад. Без ударов. Вот, да, без ударов попятился, и это ошибка. Немножко подустал. Как только он уходит в сторону, все удары ложатся в цель Ковалева. Вот видите, как разнообразно. Разнообразно. Слева снизу, справа сбоку. Да, тяжело, тяжело достаются медали нашим спортсменам. И тем почетнее все-таки выигрывать вот так уверенно у своих очень сильных соперников. В непростом просто поединке. Вы видите, как пытается переломить ситуацию Али Алап. Ну, я хочу сказать, что вот несмотря на возраст Ковалева, 20 лет, он боксирует как настоящий зрелый мастер. Ну вот единственный недостаток, немножко подустал и стал останавливаться. Я думаю, что сейчас Хромов ему скажет, ты не стой на месте, надо двигаться. Вот он стал ближе подпускать к себе на дистанцию удара Али Алаба. Ну действительно, где-то в концовке раунда здесь физически, может быть, вступил. Что касается количества ударов, то я думаю, что все равно преимущество было на стороне Геннадия Ковалева. Но когда он двигается, когда он уходит в сторону, когда он встречает вовремя, тогда у него все получается. Показали, да, этот момент, правильно. На встречу ударил и ушел, и соперник не достал его. Как только попятился по прямой, естественно, началась борьба, и какие-то там удары достигают цели и попадают к Ковалеву. Ну и, безусловно, за спиной, конечно, всегда нужно чувствовать пространство, а не канат. Ну это да, но если соперник бежит на тебя, если сзади канаты, надо делать движение назад или влево, не назад, а в сторону, да, или влево, да, или вправо. Если ты прилипнешь к канатам, то, естественно, соперник достанет тебя. А тем более Ковалев очень чувствительный, я об этом уже говорил, так. Очень чувствительный боксер. Его не должен, вообще-то, он не должен не только пропускать удары, он должен делать так, чтобы соперник не мог дотронуться до него, там, до перчаток или до майки. Вот опять по прямой попятился, вот это ошибка. Ну, соперник очень у него настырный, будем прямо говорить, с характером, и бои он перед этим также проводил очень уверенно, но здесь пока нашла коса на камень, ничего не получается у Алабы, как он не пытается вот идти вперед и достать. Ковалев, конечно, пропускает отдельные удары, Ковалев, но вот все-таки он точнее намного. Вот пройдет время, уважаемые господа телезрители, я вам скажу, что Ковалев будет очень бьющим боксером. Он бьет очень быстро, но это молодость, это легкость, она возмужает. И у него он за счет скорости, за счет правильности удара соперники будут падать. Ну, конечно, какая 20 лет, какой здесь еще? Он еще мужчина, может быть, и не созрел как раз. Видите, какие мощные атаки, а? Просто великолепно сейчас. И я обратил внимание, Ковалев очень часто наносит удары по корпусу. Но не всегда они проходят, но он стремится к этому. То есть он разучивает этот прием. В основном это все на опережение. Вот здесь. Только пытается Алла броситься вперед, и тут же он получает... Навстречу. Вот сейчас по корпусу хороший прием. Он не увиден был этот удар. На самом деле он прошелся по цели. Вот начал двигаться более-менее. Не стой возле каната, уходи в сторону. Как начал двигаться, то, естественно, начал набирать очки сразу. И, конечно, потерялся в этой ситуации его соперник Али Алап. Хороший момент, хороший прием у Ковалева справа. Видите, какой прямой, сейчас, да. Справа сбоку. И левую тоже моментально достал достаточно сильный удар, потряс он сейчас Али Алап. Не останавливаться. И вот и контратака. Ну ничего. Ну немножко подустал, тут надо понимать, что уже четвертый раунд, бой идет к концу, и высокий темп, большое количество ударов, и поэтому люди устают. Но с победой тебя, Гена. С победой, я думаю, что у французов никаких сомнений, и у тренеров нет в том, что переиграл. Не было, Геннадий Ковалев, да. Не было сомнений, и не было у него никаких шансов. У Али Алаба не было никаких шансов. Ну, шансы всегда в начале боя, может быть, есть, но здесь в данный момент вообще... Не понимает это Косинцина. Хороший боксер, действительно, очень мне нравится. Очень разнообразный, очень техничный, очень подвижный.
и хороший нам действительно показали сейчас поединок, не напрасно мы его ждали. Ну что, третий бой и третья золотая медаль. Ну что ж, поздравляю. Без сомнений и без напряга особого. Выигрывают наши боксеры. Да. Молодец, Геннадий Ковалев. Ну что ж, поздравляем его, его тренера Халила Лукманова. В позапрошлом году на чемпионате Европы в Перми Ковалев стал серебряным призером, то есть завоевал второе место. И вот, пожалуйста, шаг вперед, чемпионы Европы. И это в канун Олимпийских игр. Дорогие друзья, сейчас мы с вами будем наблюдать очень интересный поединок, где встречаются Хавьер Наэль, спортсмен из Франции, и Олег Саитов. В полуфинале вы видели поединки этих спортсменов, вы прекрасно помните, как проводили бои эти спортсмены. Я думаю, что сейчас вы будете свидетелями очень интересного боя. Весовая категория до 69 килограммов. И еще один француз. Это... мы говорили о том, что французов хорошая команда. И этот Хавьер Ноэль будет, этот француз, французский боксер, очень неплохой. Будет боксировать с двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Баркера Олегом Саитовым. Итак, в полуфинале Хавьер Ноэль выиграл у спортсмена из Литвы Роландоса Ясявичуса. Таким образом, бронзовую медаль завоевал спортсмен из Литвы. А вот Олег Саитов в очень трудном поединке со спортсменом из Азербайджана в полуфинале. Довольно сложный был у него бой. Спортсмен Руслан Хайров. Итак, финальный поединок весовой категории до 69 килограммов. Хавьер Ноэль, Франция, в красном углу. И вот на ваших экранах был Олег Саитов, Россия, в синем углу. Я еще раз повторяю, что Хавьер Ноэль очень неплохой боксер, очень неплохой, быстрый, скоростной. Хорошие жесткие удары. И надо посмотреть, что ему противопоставит Олег Саитов. Ну, Олег Саитов это уже легенда российского бокса. Да, двукратный олимпийский чемпион. Мы неоднократно говорили об этом. А француз, опять же, боксирует правосторонней стойки, то есть левша. Ударная рука у него левая. Значит, здесь нужно будет очень четко с левшой работать передней левой рукой Олегу. То есть передняя рука должна быть все время на маске, на физиономии француза, то есть боксера из Франции. Очень коротко. Хавьеру Ноэлю 27 лет. Также тренируется под руководством Альдо Касентино. И вот он участвовал, начиная с 2000 года, во всех крупных соревнованиях, которые проходили в Европе и в мире, но результатов не достиг. Все внимание. Вы обратите, какие длинные руки и снова правосторонние стойки. Но мы об этом только что говорили, да. Но вижу, что будет напряженный поединок, потому что оба боксера такие дистанционные. И вот хороший удар справа сбоку провел Саитов. Вот, кстати, вот я обратил внимание, одиночные удары у Саитова. Одиночными ударами попасть очень сложно, но Саитов попадает. За счет скорости, за счет подхода к сопернику, за счет вовремя нанесенного удара. И, конечно, в ближнем бою Олег Саитов никогда не дает ни одному из соперников работать. Вот я на это внимание обратил. Так. Вот есть такое качество у него, просто изумительное. Он наносит удар и не уходит в сторону, не защищается, не поднимает руки, он просто прилипает к сопернику. Вот как сейчас. Промазал, и поди ты его контратакуй после этого. И потом, да, или отталкивает на дистанцию. Как это вот в этом эпизоде он также сделал. Или проводит после этого атаку. То есть он не дает воспользоваться сопернику своим промахом. То есть ведь когда боксеры на ринге, ведь кто-то промахивается, и кто-то становится в неудачное положение, и соперник, естественно, контратакует. Саитов не дает такой возможности сопернику использовать свои промахи. Да.
интересно. И первый раунд тут без сомнений, конечно, выиграл Олег Саитов. И мы очень рады этому обстоятельству. По-моему, он собрался. Ну, вот. Я уж не буду все остальные титулы перечислять Олега. Я только хочу сказать, что он всем, безусловно, импонирует. Очень разносторонний спортсмен. Он прекрасно играет на гитаре. Очень хорошо поет. Но вы знаете, обладатель Кубка Вала Баркера, давайте вспомним, кто был обладателем. Это Кассиус Клей, это Валерий Попенченко, это Теофила Стивенсон. То есть это выдающиеся, великие боксеры. И просто так стать обладателем Кубка Вала Баркера, это нужно быть, ну, я не знаю, талантом на уровне гениальности. Я всегда говорил, что Саитов это уникальный боксер. Это гениальный боксер. Ну, насчет гениальности я, может быть, могу с вами поспорить. Безусловно, он талантливый спортсмен. Вот. Но... Вот повторный справа два наносит Саитов. Сейчас очень неплохо. Но я не думаю, что можно спорить о том, что если человек выиграл две золотые олимпийские медали, и он сейчас стартует третий раз на третьих Олимпийских играх. Кто у нас будет стартовать? Кто у нас выиграл три золотые медали в России? Никто. В России никто. Никто. Но обладатель трех является Борис Лагутин. Вы знаете, две золотые, одной бронзы. Я для Саитова не вижу другого места, как только первого на Олимпиаде. Ну, я знаю, что вы максималист, Виктор. Мы уже об этом говорили. Мы говорили о том, что Саитов всегда подходит в форме тогда, когда надо. То есть вот сейчас он на Европе боксирует, уважаемые телезрители. Это 60% того, что он может. Олимпиада будет 100. И несмотря на эти 60%, он все равно выигрывает. Обратите внимание. Легко, свободно, раскрепощенно. Ну что ж, будем надеяться, что к Олимпийским играм, которые будут проходить в Греции, в Афинах, Олег Саитов будет в очень хорошей форме. Вы знаете, вот... Хавьер Нуэль, он не знает, что, как боксировать с Саитом. Вот посмотрите, он не знает, что делать. То есть Саитов всегда его ставит в неловкое положение и наносит удары. И я как-то говорил в одном из репортажей о том, что Саитов с каждым боем прибавляет и прибавляет и прибавляет. Не очень хороший полуфинал, спорный полуфинал, но зато смотрите, какой блестящий финал. Очень. Это качество гениального боксера. Прибавлять от боя к бою. Завершился быстро этот раунд. Безусловно, ничего не мог сделать Хавьер Нуэль. Сейчас вы это все прекрасно видели. И я думаю, что многие телезрители наблюдали полуфинальный поединок, в котором принимал участие Хавьер Нуэль. А он встречался с очень интересным соперником из Литвы, переиграл его очень здорово, ввиду явного преимущества. Довольно уверенно это было во втором раунде. Остановили поединок. Настолько преимущество Хавьера Нуэля было велико. И он, может быть, больше и сил сохранил. Но здесь с Олегом Саитовым он ничего сделать не может. А дело в том, что в любом... Вот хороший удар, одиночный проходит. Это какая скорость? В любой ситуации, в любом положении... Вы знаете, во время боя Саитов ставит своего соперника, ну, как бы это выразиться, в неудобное положение. Всегда удобно в любом углу ринга, в центре, сбоку, везде Саитов в выгодной ситуации. Всегда. То есть вот это вот опять попало. Это определяется, я не знаю, за счет талантливости. Это на каком-то подсознательном уровне. Вот вроде они боксируют, но ничего такого. Вот. А Саитов за счет передвижения ног, обратите внимание, за счет... Вот он, видите, как он выдергивает на себя. Ну, такой челночок делает, да. И вот, когда надо, он пошел сам и ударил. То есть в каждой ситуации француз находится в неудобном положении. Да, это нужно уметь делать. В этом заключается, так сказать, техника и тактика, и мастерство величайшего боксера. Просто так... Ничего не дается здесь, в этом виде спорта особенно. Ну, я вижу, что Олег уже очень поверил свою победу, и то, что он такой же немножко раскрепощенный, да, и даже пошел в атаку. Хотя Олег очень редко идет вот, в атаку с серийными ударами, то есть не с одиночными, а с двумя-тремя ударами. Я редко такое вижу. Но здесь пошел, но, видимо, и физическое состояние нормальное.
Вот, и весело ему на ринге, как я вижу, и интересно он проводит поединок. И много что ему удается. Не все, но много. Переживает, безусловно, его тренер Игорь Уткин, наблюдая сейчас из угла за своим воспитанником. Вот обратите внимание, извиняюсь, вот который раз он бьет, Саитов бьет одно и то же, он бьет справа сбоку, и этот удар проходит. Но вот был бы на месте Хавьера Наэль, да, был бы другой боксер, Саитов делал бы то же самое и попадал бы. Я имею в виду финального боя, потому что он от боя к бою прибавляет. Ну, безусловно, это резкий контраст, конечно, по сравнению с тем, что мы видели в полуфинальном поединке. Ну, меня откровенно радует еще то, что Саитов, я уже говорил, он боксирует процентов на 60 своей одаренности, своего мастерства. Есть еще запас. Будем надеяться. Итак, завершился у нас с вами третий раунд. И сейчас все внимание на последний раунд этого боя. Но я предполагал, так сказать, в этом бою гораздо более острую борьбу, наблюдая. Вот мы вместе с вами вчера в полуфинале видели эти поединки. Позавчера, вернее. Вот сейчас такой характерный момент для этого боя. Саитов промахнулся, наносил удары, пошел вперед, промахнулся, но никоим образом не воспользовался и не смог воспользоваться вот этой неудачей. Хавьер Наэль. Наэль никак не смог воспользоваться. Ну, вот можно поспорить о технике нанесения ударов, о комбинациях, которые проводят спортсмены тут. Вот, сравнивая, опять же, тот золотой век нашего бокса. Но приходится говорить о том, что вот на судью, по-моему, наступил Хавьер Наэль. Да, нужно всегда вовремя находить место с тем, чтобы не мешать спортсменам. Дело в том, что, безусловно, каждый период времени отвечает тому боксу, в который... который мы наблюдаем на нашей Николай, я понял вашу мысль, что характерно для Саитова его нестандартность. То есть нету школы бокса, правильных ударов, он вроде бьет неправильно. Поняли, он вроде Виктор, бьет неправильно. Неправильно где-то двигается или уходит. Но в этом, вот Рой Джонс, ведь в этом есть своя гениальность. Ведь вещи, которые он делает гораздо быстрее, гораздо четче, но он делает их по-своему. А это уже талантливость. Он делает их по-своему, как никто не делает. И никто никогда так не сделает. Но кто из боксеров наносит атаку и прилипает сопернику, что не дает воспользоваться сопернику своей ошибкой? Кто это делает? Никто. Вот в этом сила, ведь каждый человек, когда он талантлив или гениален, ведь вот в его непредсказуемости, его нестандартности. Я прекрасно понял, но вот для меня, например, как и всякий вид спорта, доведенный до совершенства, это искусство. Если зритель по достоинству оценивает это искусство, награждая спортсменов аплодисментами, для меня это высшее как бы признание мастерства этого боксера. Вот, знаете, очень здорово, очень хорошо проводит Олег Саитов вот этот финальный поединок. Вот, Николай, скажите мне, пожалуйста, полуфинал и финал, большая разница. А ведь француз нисколько не хуже боксера из Азербайджана. Согласен. То есть, насколько он уверен, вот о чем мы говорили с вами в полуфинале, что боксер прибавляет от боя к бою. Самое главное, ему пройти первый бой. Второй будет лучше, третий еще лучше, а четвертый просто сказка. Никаких шансов. Никаких шансов у Хавьера, наверное... Да, завершился четвертый раунд. Поздравляет вас сразу Игорь Уткин, своего воспитанника. Я очень рад. Ну вот, все-таки я хочу задать вопрос, пока вот сейчас снимают шлемы, перчатки, Виктор. Вот что есть сейчас такое у нас в боксе, чего вот не было в предыдущие годы? Несколько слов. Если говорить о результатах, то да, мы давно не выиграли чемпионат мира, не обыгрывали кубинцев, на Европе мы сильнейшие и так далее, и так далее. Юниоры, юноши наши. Но, во-первых, тут, конечно, роль лидера, я еще раз говорю, президента Федерации бокса Хусаинова.
значит, собрал коллектив людей, единомышленников, талантливых людей, которые преданы боксу, которые душу вкладывают в бокс, которые понимают этот вид спорта. Это очень важно. Коллектив единомышленников называется, одним словом, Федерация бокса России. Дорогие друзья, спасибо. Вот мы видели победителя этого боя, подняли руку Олегу Саитову. Мы его поздравляем. С возвращением, Олег. С возвращением, Олег, да. И будем надеяться, что мы увидим Олега в составе сборной команды нашей страны на Олимпийских играх. И что мы... Итак, сейчас... И сейчас прямой эфир, дорогие друзья. И сейчас мы с вами наблюдаем поединок Гайдарбека Гайдарбекова, если я не ошибаюсь. Да, это так. Это весовая категория 75 килограмм. Он в красной майке, вот видите, к нам спиной сейчас. И у него соперник очень интересный, боксер из Германии, Лукас Вилачев. Второй раунд идет, и счет пока вы видите. Ну, вы знаете, пару слов про Гайдарбека Гайдарбекова. На Олимпиаде 4 года назад в Сиднее он в финале проиграл кубинцу и завоевал серебряную медаль. Но это было, это было чудо, то, что он умудрился проиграть кубинцу. И мы думали, что вот она, новая звезда, остальные бои он будет выигрывать просто так однолево. Но, наверное, снизил где-то себе требовательность. Я не знаю, что произошло. После Олимпиады он проиграл чемпионат Европы, проиграл чемпионат России, и не было результата. И вот сейчас, опять же, Гайдарбеков завоевал место в основном в составе сборной команды страны. Ну что ж. И пробился на Олимпиаду. Это как бы это снова возвращение Гайдарбекова. Итак, Гайдарбек Гайдарбеков, 27 лет этому спортсмену, тренируется под руководством Магомеда Магомедова. Ну, результаты вам уже Виктор рассказал. И что я еще могу сказать? Вот в полуфинале он выиграл ввиду явного преимущества в третьем раунде у спортсмена из Азербайджана Явида Такиева, который завоевал бронзовую медаль. Лукас Вилачек в полуфинале встречался со спортсменом из Ирландии. Неплохой спортсмен. Энди Ли, вы помните этого спортсмена, который заработал бронзовую медаль на чемпионате Европы и путевку на Олимпийские игры. Итак, второй раунд. Так, давайте-ка разберемся, что происходит. Счет, там одно очко в пользу Гайдарбекова, но это ни о чем не говорит. Мы знаем немецкого боксера Лукаса Вилащика. Он такой достаточно плотный боец, подходит ближе, перекрыт вот и наносит удары средней дистанции. Значит, тут понятно, что Гайдарбекову нужно будет держаться от него подальше. И у него отличная передняя рука, передняя, и он бьет очень далеко, Гайдарбеков. Очень далеко. Можно будет наносить удары, не подходя к боксеру из Германии. Издалека. Вот сейчас такой момент, что Вилачек постарается подойти к нему, Гайдарбекову, сквозь его удары, сквозь его переднюю руку, и тут завязать какой-то встречный бой или обмен ударами. Ну, вот пока спортсмены проводят второй раунд, я хочу также обрадовать еще наших телезрителей. Игорь Пащук из Украины не вышел на поединок в финале против нашего Александра Малетина в весовой категории до 64 килограммов. Таким образом, Саша Малетин получил золотую медаль на этом чемпионате Европы. Очередную золотую медаль. Издалека. Просто просьба Гайдарбекову, я думаю, что и Хромов об этом сказал, что все удары наносить издалека. А он, кстати, бьет, Гайдарбека бьет очень далеко. И он в состоянии не подпустить все ближе боксера из Германии. Лукаса Вилащика. И не надо сближаться, все издалека. И все будет нормально, и не будет у тебя никаких проблем. Вот так, вот, все. В принципе, ну, что он и делает, да? В этом поединке как раз он нашел свой стиль, который он всегда на ринге и проповедует. Да, конечно. Он, кстати, Гайдарбеков очень неудобен для соперника, потому что его руки летят очень далеко. Он бросает очень далеко, и голова он не подходит близко. И попробуй-ка ты к нему подойди сквозь его удары, сквозь его переднюю, левую, прямой, правой, не подойдешь. Очень сложно. Завершился этот раунд, непростой, прямо скажем. Но... Уверенно пока ведет по очкам Гайдарбек. Предпринимает, безусловно, попытки
Рука Свилачек выровнять эту ситуацию. Вот приуныли здесь вот, представители Германии. Германии. Ой, да, как здорово. Сейчас... Видите, какой апперкот. Вы знаете, он просто обманул сейчас. Гайдарбеков показал, что он бьет справа. А, значит, Вилачик поднял руки, и он в это время ударил слева снизу. Это между был... перчатками, классический, да, удар. Это был финт. И вот тоже неплохая атака. Справа прямой, слева прямой. То есть, как только спортсмен включает в работу свою голову, свои мозги, все начинает моментально получаться. Но есть эпизоды, есть тактика, которая, есть твой стиль, который отрабатывается годами, десятилетиями в зале бокса. И самое главное, не изменить себе. Вот своей манере боя. Вот Гайдарбеков, он сейчас не меняет, он так и боксирует всегда. Он просто действует чуть-чуть побыстрее. Чуть-чуть сейчас побыстрее, чем обычно. И все, он выигрывает, потому что класс наших боксеров, скажу откровенно, он выше, в Европе выше всех. И каждый из наших чемпионов России, ну это как в принципе чемпионом Европы должен становиться. Это уж точно, да. Но... Вот как хорошо левой рукой. Конечно, нелегкая судьба у Гайдарбека Гайдарбекова здесь и в России. И у него соперники иногда бывают очень сильные. А вы знаете, что когда после Олимпиады мы все ждали взрыва от мастерства от Гайдарбекова, появился молодой Андрей Гоголев. Да. Заявил себе полный голос и стал чемпионом. Вот великолепно. И стал чемпионом мира. И Гайдарбеков боролся с ним и доказал, что он является первым номером сборной. И вот сейчас на Олимпиаде. То есть на Европе, и уже есть путевка на Олимпиаду. Ну вот вы видели, дорогие друзья, рефери из Италии открывает счет Лукасу Вилачику. Справедливо пропустил сильный удар. А это все потому, что бьет издалека, именно со своей дистанции. Не подходит ближе, не отходит дальше, именно оттуда. В хорошей форме, кстати, Гайдарбеков сейчас. Вижу, в хорошей форме. И руки летят, и все получается у него. И не обратите внимание, не дает подойти к себе. Передний, вот так, передний, постоянно, не давать ему сосредоточиться, боксеру из Германии, не дать сосредоточиться. Третий раунд идет этого поединка, я хочу сказать, вот, интересно наблюдать этот бой. Ну, не потому, что он складывается в пользу Гайдарбекова, а просто вот нашел себя в этом поединке. Гайдарбеков очень технично и грамотно проводит. У меня такое ощущение, что Лукас Вилащик, откровенно, он не знает, чего делать. Он идет вперед, он натыкается на удары, он отходит назад, Гайдарбеков догоняет его. Он просто, он не знает, чем... Дезориентирован. Да, он не знает, что применить. Вот сейчас будет тренерский коллектив, весь штаб сейчас секунданта будет объяснять, что там нужно идти вперед, нужно драться, нужно биться. Ну как идти вперед на Гайдарбекова, если он жестко, четко тебя встречает и попадает? Ну, вот Вилащику 22 года, может быть, еще у него есть впереди время, поскольку Гайдарбеков на 5 лет старше. Вы знаете, так приятно вообще, ой, как здорово, но обратите внимание, снова, это классика, да? Справа показывает, смотрите, вот сейчас справа покажет. Вот показал справа и ударил, он же справа не бил, он показал. Показал, и немец просто не знал, откуда последует удар, закрылся отправа, в это время слева снизу, то, что это называется мастерство. Причем это в повторе было сделано, первый раз не было нокдауна, а второй раз он это повторил, и оказался его соперник в нокдауне. А меня, потрясающе, да. Меня вообще радует подъем бокса в Дагестане, и там какие боксеры, вот Гайдарбеков, а Тимур Гайдалов чемпион мира. Да, это... Вот Тимур Гайдалов в одной весовой категории с Олегом Саитовым. Сложно, да? Ну вот он пока не было Олега Саитова, он стал чемпионом мира. Ну, вспомним призера Олимпийских игр Серебряного Нурмагомеда Шанавазова. Султан Ибрагимов сейчас боксирует да. Профессионалов. Вот за счет чего подъем в Дагестане? Ну, во-первых, вы знаете, я хочу сказать, что Рамазан Абачираев, да, он является, является вице-президентом АИБА, Всемирной ассоциации бокса. Помощник Чаудри. То есть такой авторитет на международном уровне. Абачираева. И людей, которые помогают, которые вкладывают деньги, которые любят бокс. Сейчас пропустил удар Гайдарбек Гайдарбеков. Тут нужно очень внимательным быть, потому что Вилащик, я говорил,
Вот интересно, я не увидел Джафара Джафарова, Джубера Джафарова не увидел, тренера Гайдарбекова. Немножко расслабился, вы знаете, Гайдарбеков немножко расслабился и стал немножко ближе подпускать боксера из Германии, Вилачика, ближе стал он подходить. Ведь когда он, когда Гайдарбеков боксирует на дистанции, вот как сейчас, пойди подойди к нему. Ну не всегда иногда удается ведь сдерживать. Каждый из соперников пытается найти свою, так сказать, манеру, свой подход к своему оппоненту. И старается Вилачик подойти поближе, но вот смотрите, передняя рука, ну вот опять же, ну немножко, видимо, подустал и стал останавливаться. Вот почему сейчас неудачное положение было у Гайдарбекова, он пропустил удар, потому что он стал отключать ноги. Он остановился, он перестал двигаться. Вот стоит на месте, просто стоит. И, конечно, ты будешь пропускать. Включая ноги, включая левую руку. Ну, это легко вот нам включать. Ну, устает спортсмен. Четвертый раунд, конец тем более. Но все равно это нужно до конца. Себя проявлять нужно до конца. Ты вышел. Ну да. И для этого нужна быть подготовка физическая, моральная, психологическая. Для этого ты должен быть мастер высочайшего класса. Что касается Гайдарбекова, он это доказал. И мы поздравляем его с званием чемпиона Европы. Да, я очень рад этому обстоятельству. Очередная медаль у спортсмена нашей страны. Очень уверенно провел этот поединок Гайдарбеков. Просто Асаитов. Савитов просто приглашал себя. А Ковалев, да. А Казаков? Все ребята сейчас на уровне просто. Ну, очень приятно, да, когда нашим поднимают руку, что вот у нас самая сильная команда, не просто в Европе, у нас самая сильная команда в мире. Сейчас, да. Да, и вот мы вот таким дружным коллективом идем к Олимпиаде. Ну что ж, сейчас мы узнаем, как. Прежде чем мы увидим следующий бой, дорогие друзья, у нас с вами будет небольшой перерыв. Итак, дорогие друзья, мы снова с вами в Пуле, Хорватия, 35-й чемпионат Европы. И вот вы видите церемонию награждения сейчас. Олег Савитов стоит. Вторую ступеньку занимает Хавьер Наэль. Он очень рад. До сих пор он был участником всех крупных соревнований, но, так сказать, не получал там награды. Вообще, это обладатель бронзовой медали. По-моему, спортсмен из Франции. Вообще очень приятно видеть на пьедестале почета на первом месте Олега Савитова. А вот это соперник по полуфиналу Олега Савитова, спортсмен из Азербайджана Руслан Хайров. Очень хороший спортсмен также, получает бронзовую медаль. Николай, а вот если бы боксер из Азербайджана боксировал Савитова в финале? Ну, тут трудно сказать. Но я думаю, что если бы Савитов также подготовился к финалу, как он провел этот бой. Наконец-таки, наверное, уже. Так вот, я продолжу свою мысль. Вот вы видите, и спортсмены из Литвы. Он получил бронзовую награду. Роландос Ясявичус.
Мы поздравляем также этого спортсмена. Видите,